Флорбол – это разновидность хоккея. Как отдельный вид спорта, он появился в 60-е годы прошлого века в Америке. Пользуется большой популярностью в Скандинавии. В России последние, наверное, 10-5 лет этот вид спорта набирает огромный прогресс. Наша команда в России выезжает на мировые первенства. Конкретно в Анапе этот вид спорта, ну, развивается, так скажем, плотно, полтора года. До этого мы выходили на уличные площадки, привлекали детей, не было зала, были трудности. А последние полтора года мы нашли зал, нашли крышу над головой и потихоньку прогрессируем. Подтверждение регистрации Федерации флорбола Анапы было получено в начале ноября, хотя занятия ведутся довольно давно. В апреле мальчишки и девчонки совершили первый выезд в Волгоград, выступили не очень удачно. И вот теперь младшая группа заняла первое место на Кубке Волгоградской области. Старшая завоевала серебряные медали, а средняя – бронзу. У нас были только школьные турниры, вот недавно выехали на Волгоград, мы там сыграли, сражались хорошо, второе место заняли. Ну а так я впервые в турнире участвую в таком. Этот спорт динамичный и привлекает молодежь. Вот тем, что там это подвижный, это флорбол, это вообще подвижный вид спорта. Там нужно бегать с клюшками, забивать голы. Мы выезжали в Волгоград. Вот 16 числа недавно почти приехали. Я занял первое место, и я лучший игрок турнира. Мне очень нравится тренер, как он нам это все рассказывает. Нравится, потому что я занимаюсь с лучшими подругами и друзьями. Еще хотелось бы выразить слова благодарности руководству 7-й школы, руководству гимназии Эврика, руководству ДСШ «Виктория» за то, что предоставляют нам зал, что у нас есть возможность заниматься. Также огромное спасибо хотелось бы сказать Макарову Роману Игоревичу, который тоже помогает нам. Вот. И огромное спасибо всем родителям. У нас есть странички в социальных сетях. Достаточно ввести просто «Флорбол Анапа» в Яндексе, в Гугле. И вам Яндекс или Гугл выдаст наши странички. Там вся информация написана. Тренировки проходят в гимназии Эврика в 7-й школе, в ДСШ «Виктория». Сейчас мы планируем зайти еще в 6-ю школу. Будем рады видеть всех. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.